Уничтожу. Слушай, у меня-то вон третьи удары. Так, где она ходит, розочка эта? Вот. А ну-ка. Пошла, давай, иди сюда. Смотри. Ой-ой-ой. Мортирка моя сейчас уничтожится. Вон она идет, идет, идет. А, мортирочка моя. Все, мортиры нету. На, получай. Так, где же она, где же она? Ладно, мы сейчас ее подождем здесь. О, давай, давай, давай. Есть, убили. Ой, супер. Да, дуда, дуда. Да, дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребятки. Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в Brawl Stars. И сегодня мы будем открывать сундучки, ребята. Ну что ж, приступим. Откроем этот сундучок. Посмотрим монетки. Очки силы Нита. Очки силы Булл. Так, получили, понятно. Так, давайте еще один откроем. Ребятушки, а я вас хотел бы попросить поставить лайк к этому видео, чтобы у нас в сундучках открылся какой-нибудь легендарный боец. Ну что ж, открываем еще один сундучок, смотрим. Жмем, жмем. Монетки. Очки силы Брока. Очки силы Кольта. Ребятушки, не забывайте ставить лайк. Так, пошли дальше. Так, открываем сундучок, посмотрим, что здесь. Так, монетки. Очки силы Джесси. Очки силы Кольт. Так, у нас пока ничего мы не получили. Еще раз открываем сундучок, смотрим. Вау, 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 вау. Подожди, подожди, смотри. Вау, мы открыли сверхредкого Пенни. Круто, ребята, спасибо большое за лайк. Это вы мне помогли открыть этого нового героя. Пенни стреляет мешочками с монетами. Они наносят урон цели и любому, кто находится за ней. Ее супер бронебашня Мортира. Ой, как круто, ребята. Нифига себе, сверхредкий. Сверхредкий, офигеть. Второй, вообще из 5 бойцов. Клево, круто. Ну, а давайте им и поиграем. Этим нашим бойцом Пенни. Так, мешочками с монетками будет стрелять. Это такой вот у нас Пенни, это типа, знаешь, похож на пирата. Да, точно, у него сундук. Клево, круто. Ладно, ну что ж, приступим. Давайте поиграем. Так, посмотрим. А, каждый сам за себя. Вот так вот. Хорошо. Так, ух ты, смотри, видишь, монетками стреляет. О, он у меня еще пока не прокачанный игрок. Вот, Пенни. Давай, давай, быстрее, открывайся. Вот, есть, мы открыли. Взяли мы один сундучок. Так, кто там идет за мной? Смотри. Розочка. Розочка за мной идет. Ё-моё. А, смотри, видишь, она специально там встала меня, чтобы убить. А, гадина такая. Вон, смотри, где она идет. Так, сейчас мы проследим за ней. У меня всего лишь 3600 этих самых здоровья. Ой, здоровье маленькое у бойца. У бойца Пенни. Так, мне нужно срочно еще один сундучок. Сейчас посмотрим. Так, тут сундучков нету. Так, а осталось, ребята, 6 бойцов. Ладненько, сейчас посмотрим, что-нибудь найдем. А, вот, смотри, сундук. Отлично, отлично. Сейчас мы возьмем сундучок. Есть. Ух ты. Нифига, а что он умер-то, непонятно. Это я его убил, что ли? Так, все, у нас 4800. О, этот бежит. Гад. На, получи. Ух ты. Еще один удар, я его убью. Нифига, я его убил, ребята. О! Так, мортирка, мортирка. Срочно. Может быть, я даже выиграю? Вот еще, еще, еще сундучок. Ой, как хорошо. Смотри, у меня 10. Ах, 10 таких штучек. Так, а ну-ка, ой-ой-ой, аккуратно. Так, а я тебя сейчас уничтожу. Слушай, у меня-то вон третьи удары. Так, где она ходит, розочка эта? Вот. А ну-ка. Пошла, давай, иди сюда. Смотри, ой-ой-ой. Мортирка моя сейчас уничтожится. Вон она идет, идет, идет. А, мортирочка моя. Все, мортиры нету. На, получай. Так, где же она, где же она? Ладно, мы сейчас ее подождем здесь. О, давай, давай, давай. Есть, убили. Ой, супер, ребята, я еще и выиграл, представляешь? Игрок-то еще у меня не прокачанный. А я и выиграл, представляешь? Все, второй ранг мы получили, звездный жетон. Так, жетончики получаем, играем снова. Вот, мне нравится. Ой, мне нравится наш новый герой. Как клево. Хорошо, что я его открыл. Это все благодаря вам, ребята, кстати.
Вы ставите лайки, и у меня открываются всегда новые бравлеры. Очень прикольные, редкие. Да, пока он еще мне не прокачанный. Тяжело, тяжело пока открывать все сундучки. Но она стреляет вообще далеко. Прикольно просто. Да, давай, давай, быстрее, еще один удар. Ай-яй-яй-яй. Ах ты гад, на, получай. Бегай там. Так, сейчас я немножечко тут похожу, посмотрю. Может быть, здесь еще есть сундучок какой-нибудь. Ух ты, ух ты, ух ты, бочка, бочка. Так, я сейчас эту открою. Ой, хорошо. Ой, медведь. Медведя надо убить. Ой, у меня жизни вообще мало, ребята. Ах, убил меня от этой крутилкой своей. Ах, ё-моё. Так, давайте последим за Пенни. Ой, за Пенни говорю. Пенни же это я. А последим за Нитой. Смотри, она собирает, ходит бочки везде. Ну, я думаю, она выиграет спокойно. Да. Этот миньончик меня убил, гад. Сейчас посмотрим. Шелька. О, видишь, Нита. Нита ходит. Все пособирала. Интересно, выиграет она или нет. Сейчас последим за ней, ребятушки. Вы как думаете, выиграет Нита или нет? Но меня убил тут миньончик. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, отомстит ли Нита миньончика. Так, что-то она как-то ходит. Чего она спряталась? У тебя же идет столкновение. Да. Какой-то странный игрок Кони. Ходит, бродит. Не знает, что ему делать. Ага, все, он стоит, смотри. Ну, это неинтересно, ребятушки. Ладненько, выходим. 7 кубков мы получили. Замечательно, хорошо. Мы его прокачиваем потихонечку. Что, играем снова? Давайте играем. О, нам нужно... О, смотри, нифига себе. Давай я этот быстренько сейчас открою. Так, видишь, у меня не хватает прокачки. О, давай. Опа, есть. Одна баночка есть, мне нужно еще побольше. О, сейчас вот здесь возьмем. Давайте быстрее. Так, там уже 8 бойцов осталось, ребята. О, Нита идет. Так, этот мы берем. Так, тут еще, вот смотри, есть сундучок, сейчас мы его откроем. О, идет этот медведь. Ё-моё. На, получи, медведь. Все, медведя мы убили. Все, хорошо, получили. Так, где тут еще у нас чего? А, вон Нита ходит. О, миньона может убить. Ой, хорошо. Так, иди ты нафиг. Ох, меня убил медведь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нита второй раз. А, нет, меня в тот раз не Нита убила. Сейчас меня убила Нита, ее медведь. Вот так вот. Но прикольно, монетки разлетаются и всех поражают монетки. Интересно, давай, Нита, сможет Булу убить или нет? Так, Бул прячется. Так, все, Бул спрятался, сейчас будет хилиться. Сейчас нападет на Ниту. Давай, Бул. Отомсти ей, отомсти. Так, давай, стреляй. Стреляй быстрее в нее. Сейчас посмотрим. Ну, у Ниты есть медведь. Вот, все, она вызвала медведя. Все, ему тяжело будет, конечно, Булу. Так, Бул отбежал. И смотри, что он делает. Он прячется. Сейчас надо ему, главное, медведя убить. Ах, нет. Почему-то он не подумал об этом. Но мы получили 7 кубков. И повысили немножечко свой ранг. Хорошо. Играем снова. Интересная игра. Угу. Такой вот у нас новый боец. Так, смотри, где я? А, вот здесь, смотри. Мне нужно срочно сейчас вот этот открыть. Нита, видишь, бегает. Ну, Нита, она быстро открывает, смотри. Да, мне приходится долго почему-то. Потому что у меня еще боец пока не раскрученный. Так, ты что, хочешь против меня пойти? Ну, попробуй. Попробуй. Да ё-моё, зачем я стреляю в сундук? Ах. Сейчас я этот сундучок попробую открыть. Так, все, я забрал, я пошел дальше. Эх. Да, ребята. Сейчас мы посмотрим. Никто здесь не прячется. А, вон она ходит, смотри. Опа. А ну-ка, иди сюда. Ты чего, против меня хочешь? Все, тебе не... Ой, нифига, как она... Блин, она туда в медведя зафигачила своего. Что-то я не,
Не подумал об этом, что она может медведя вызвать. Смотрите, ребята, уже во второй раз меня убивает Нита. Ёшки-моташки. Ну, видимо... Ну, Нита это один из первых бойцов, поэтому как бы... Я думаю, она просто прокачанная в сравнении со мной. О, ее убила. Спокойно убила Розочка. Ой, все, Роза не смогла. Кто-то ее тоже... Кстати, тоже какая-то Пенни ее убила, Розочку. Так, а я играю еще раз. Еще раз поиграю. Я хочу выиграть первое место, занять его как первый раз. Мы, ребятушки, играли. Я надеюсь, все поставили лайки. Так, о, смотри, видишь, этот ходит. Дэрил. У него жизни много. У Дэрила. А мне совсем чуть-чуть не хватает, чтобы вот прям конкретно уничтожать. Так, давайте вот этот возьмем еще. Сундучок. Сейчас появится жидкость. О, вот этот дым. Барли ходит, смотри. Барли видит меня, интересно. А да. Ой-о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 й. Убегаем. Барли, иди нафиг отсюда от меня. Ух ты, я убил Барли, прикинь. Гад. А так тебе и надо было, Барли. Шел прям такой хитрый на меня. Получи. Все, Барли мы убили. Осталось 5 бойцов, ребятушки. Сейчас я пойду сюда налево, посмотрю. Может быть, здесь какой-нибудь есть сундучок. Что навряд ли, конечно. Ладненько. Идем потихонечку в центр. О! Смотри, тоже Пенни ходит. Смотри, наша. На, получай. Всё, смотри, сколько у меня сундучков. Так, этого сейчас убью. Тихо. На, получайте, ребята. Так, есть, убили его. Убил. Ой, мою мортирку уничтожили, зачем? Так, давай. Есть. Так, где у нас? А, вот он ходит, смотри. Этот самый гад. Все. Я тебя сейчас уничтожу. Где ты там? А, он убежал. Ладненько. Все равно он сейчас придет, прибежит. Все, мы его убили. Какая прикольная Пенни, слушай. Мы заработали, мы выиграли. Опять. Хорошо, ребятушки, прям здорово. Мы потихонечку будем прокачивать Пенни. Ну а пока. Посмотрим, сколько у меня сундучков откроется. Было 10. А, 12 сундуков еще. Круто, и скоро большой-большой сундук откроется. Ну что ж, дорогие друзья, это была Пенни. И с вами был Дуда на канале Дуда Плей. Всем пока-пока.